Свизард 0. Спасибо большое за донат. Кто считает, что... Не, ладно, что, пофиг. Смотрим клип, короче. Вы ты прав. Я сам все время в голове держу мысль. Вот я все, что я говорю, я сам также считаю, что, увы, я прав. То есть я не то чтобы, как бы, вот я такой крутой, и я прав. Я сам не рад тому, что это так, я просто говорю, что как оно есть. Да? То есть я, увы, это правда. Увы, все так. Да? Клип показывать можно? Тут 3500 просмотров. То есть это не... Вроде не... Вроде может. Ну, вступление пока долгое и... Не очень. Индастриал по-русски лучше... Это не индастриал. Это не индастриал. Нет, это киш. Честно, больше похоже пока на киш. Ну, не по аранжировке, но по гармониям точно. Это не индастриал у меня. То есть это и не индастриал, и не индастриал метал. Просто чтобы было понятно, что такое индастриал, что такое индастриал метал. Сейчас только, как они называются. Чистый индастриал, без металла, без рок вообще музыки. Это электронное музло, оно звучит вот так. Примерно так. Ну, я там могу EBM, хуем и так далее. Но вообще это вот такое тяжелое электроничное. Вот это... Индастриал. Индастриал. Индастриал метал это Static X, Marilyn Manson, Rammstein и так далее. Вот это индастриал метал, в принципе, да. Потому что здесь. Это new индастриал. Ну, здесь как бы и мазафака, но и есть еще. Всякие вот эти вот типа. Именно нагнетательные всякие эффекты есть. Оттуда. Ну, Rammstein, кстати, я про Rammstein сказал, что это чистый индастриал. То есть, потому что Rammstein это буквально там лайбах с гитарами. Да, например. Добавить гитару будет Rammstein. Вот. Что здесь? Вечер. Общего с этим. Ну, как бы. Нет, челы попытались часть, как бы, часть элементов, там, не знаю, Rammstein сделать. Или еще какого-то, может, индастриала. Но в целом оно только имеет элементы в себе. А что у них именно получилось на самом деле? Ну, сейчас послушаем всю песню. Водка лечит. И больная печень. Типа, ну, видимо, камеди... Камеди русский рок такой Арфа. Получился. Ну, это неплохо, ну, ладно. С элементами индастриала. Тю-тю-тю-тю. Вот это из-за этого, что ли, вы это будет индастриал? Вы что, смеетесь, блин? Тю-тю-тю. Моет тело с пеной. Это, блядь, вот как раз Агата Кристи вот могла бы такую песню у себя иметь в репертуаре. Шансон? Бля, это же шансон и киш? Типа, чуваки шутят, но а чё? Агата Кристи, это без шуток, это как бы готик-шансон. То есть это просто блатной готик-рок. То есть если врубить их какие-то там трекичи, у них очень много, у них больше общего с, типа, вот там, радио-шансон какой-то. Тут можно уже там, я сидел, я 10 долгих лет. И вот я вышел, и вот уже я дед. Да, то есть, а эти челы, типа, вот как раз вот чем-то вот... И вот я и вышел там. Знает насрать на унитаз. Я лишь усадил и загнал коня. Поцелуй меня и обними. Вот даже к этому даже больше похоже. Меня водка лечит. Как мы там говорим? Увы, я прав. И
дурная. Это без шуток больше шансон и больше киш, чем индастриал. И это очень смешно, учитывая, что это тут так написано. Я гляжу на Марфу, словно Хризан Тема. Любит Гиги Ену, моет тело с пеной. Так, припев. Она уже созрела так. Оставайся со мной на. Ну, припев гораздо лучше, чем куплет. Куплет больше кринж. Потому что вот, типа, вот он... Вот это вот он пытается, типа, вот он как бы вроде бы и шутит, но он так вот, типа, играет. Это вот все вот так вот, да, да. И от этого немножко есть все равно... Ну, то есть, можно и поржать, типа, хы-хы, пародирует Рамштайн, но... Ну, блин. Так и говори, чувак. Как по мне, их вот точно так же Рамштайн пародирует кто угодно. Типа, вот любого с чата попросить, спародируй Рамштайн, он также сделает. Нет, а да, имаш зайн нихт гезыхт. И все. То есть, в чем прикол? Ну, припев, зато и по смыслу, и по тем. Прикольно, конечно. Это, ну, там, судит слэп на басу и так далее. То есть челы ни в коем случае не какие-то там бездари или еще что-то, я не говорю. Я говорю просто, что, ну, типа, это, бля, да это 15-й год, слушайте, это 8 лет назад. Я уверен, они сейчас в тысячу раз охуеннее звучат. Если там играют, если... Может, они там уже распались, но там, может, дальше музыкой занимаются по отдельности. Я думаю, они сами даже сейчас, они сами бы со мной согласились. То есть в тот момент нет. Если вдруг сегодня они увидят этот реакт, то скорее всего скажут, да, типа, реально. В целом, правильно. Хуйня реально стыдная. То есть там и слэп, ну, шарят, как бы. Но при этом вот... С чем плохо? Аранжировка и там некоторые моменты, получается. Скоро. Ну, это минус, что музыканты все сами, они сами этот клип как-то сделали, как смогли, да, там. Просили друзей помочь сняться, хз. Монтировали, скорее всего, сами. То есть, это, естественно, очень хорошо сделать невозможным. Станет двое. Ну, то есть, возможно, но очень тяжело. Но кота закроем. Станет скучно арфе. Но не мафине. Оставайся со мной ночевать. Тебе нечего больше. Припев хороший. Ты должна мне сегодня помочь. Нормально, нормально. Не супер, но, в принципе, сбивка вкусная. Я купил в магазине кровать. Хороший припев. Ну так, да, простой рифачок, но... Ну ничего, нормально. Поп-рэп такой прикольный, поп-метал. Припев хорошо получился, без шуток. Куплеты говнорок, припев прям фирма. Это самое худшее — вокал, и сам вокал, и качество звука вокала.
То есть это то, что чуть-чуть руинит атмосферу, а так в целом, то есть инструментал звучит прям, ну, это и партии хорошие, и по звуку, в принципе, отлично. Вот. Ну, типа, мне вокал не... Ну, типа, меня не бесит почему-то просто. Хотя вообще, типа, понятно такое. Это, видимо, отсылка к какому-то там, может, кумфу или еще к чему-то, что я особо не слушал, не знаю. Ну, видимо, к какой-то песне, думаю. Короче, это тоже, это, видимо, какие-то приколы, типа, ну, я понял, что это отсылки к другим песням индустриальным. Прикольно. То есть приемы, да, я узнал эти штуки, типа, что-то я такое где-то слышал, да. Бля, ну, блин, слушайте, я в 15-м году как раз вот тоже там, типа, сделал только «Какой же я милый», типа, вот это все. Но, типа, «Милый» — это все равно, это прям... Я постарался как следует. Студии и прочее-прочее. Клип тоже мы колхозили, но делали как-то. А, ну, я бы не сказал, что моя средняя там просто запись или игра вообще в 15-м году была хороша. Вот. Челы, ну, соответственно, там, когда у меня был «Какой же я милый», у них уже вот так, типа, было. Может, сейчас там вообще уже, может, они все уже музыканты профессионально. Тут хз. Но вообще, конечно, это... Ну, типа, хз, 5 из 10 чисто. Припев забавненький такой немножко. «Оставайся до утра», типа... Ты оставайся со мной ночевать, я купил кровать что-то на Озоне или что-то там, я не помню, что спел. Пох, типа, купил где-то, короче. Смешно просто жизненно у меня как раз есть, типа, только диван и раскладушка. Вот. В общем, спасибо большое за донат. Это, да, это камеди-рок, камеди-метал. Видимо, поэтому мне это закинул донатер. Ну, типа, я люблю юмористическую музыку, даже если она не очень музыкальна. Но, типа, если она не очень музыка, так должно быть пиздец как смешно. Например, «Казённый унитаз, моча съела говно». Это просто пиздец вообще, а не музыка, но это очень смешно. Поэтому я слушаю. Либо, например, должен быть... Ну, либо тогда нет, либо должна быть крутое музло жесть, и при этом, чтобы я еще и ржал с текста. То есть вот я еще и не все подряд буду включать и угорать. То есть когда я включаю там бау, типа адскую дрочильню, да, какую-нибудь, это разъеб, типа. Это не музло. Грехоблудие! Грехоблудие! Ты самого не готов. Вот это где-то она. Зарядом гнилых зубов. Ты еще сам не понял, как тебе повезло. Это как этот чурк на выпускном минет. Как вообще не работать, но получать бабло. Как кастрюль хохот под тебя на бюджет. Ты попал в адскую дрочильню. Дрочильню. В адскую дрочильню. Адская дрочильня, блять. И ты попал в еще более адскую. Бля, я, с этого я просто еще выпал. Потом первый раз слышал. Это здесь там. Все сам не понял, как этот чурк на выпускном минет. Как вообще не работать, но получать бабло. Как поступить в Хогвартс на бюджет. Ты попал в еще более адскую дрочильню. Дрочильню. В еще более адскую дрочильню. Более адскую дрочильню. Совсем адскую дрочильню жесть. Бля, там еще там еще и пердёж в конце. И, блядь, я его не слышал что-то раньше. Дельня. Смотри. Адскую дрочильню жесть. То есть это типа угарно, и здесь музыка и охуенная, и дополняет юмор.
И вот поэтому это разъеб. Я стараюсь там в говниде что-то тоже так же делать, грубо говоря. Блядь. Поезд-убийца следует в ад. Да, типа... Платформа справа, кровавая расправа. Платформа слева, тоже кровавая расправа. Кстати, на Рамштайн у меня была пародия, тоже кринжовенькая, но типа писхуй, который, да, типа был. Ну это так, типа. 1, 2, 3, 4. Блять. Хуёво сыграл. Может, это да получится запись? Нет, это еще хуже, блядь. Ну хотя здесь, да, здесь так хуёво, что смешнее даже немножко. Без хуй. Блядь. Ich hab ein Hui, du hast пизда. Вот это как раз тоже 2015, да. Alle, da. Du hast пизда, doch ich hab her. Ich lieb dich doch, du liebst mich mehr. Это типа именно прям... Пист хуй. Типа... Пытались на Рамов сделать пародию. Вот. Но... Не знаю, короче, все, спасибо за просмотр. Хуярим дальше.